В Махачкале функционирует институт семейного счастья «Уют», где мужчины и женщины могут найти свою половинку и создать семьи. Помимо этого, в центре работают психологи, которые помогают разрешить семейные конфликты. Подробности узнавал Хамза Нурмагомедов. Институт семейного счастья открылся относительно недавно, а именно в ноябре прошлого года. Однако за это время уже успел принять десятки людей. Пока большинство запросов на создание семьи, по словам руководства центра, оставляют мужчины. Заполняются анкеты, и анкеты у нас, вся информация строго конфиденциальна. То есть у нас анкеты видим только мы сами. Мы сами подбираем подходящие анкеты, и уже это первый этап. Второй этап мы... Когда уже подобрали, созваниваемся с теми, кого мы подобрали. Если они довольны описанием анкет, происходит встреча у нас в центре при психологе и при мне. То есть наедине встреч не бывает у нас. Если все устраивает, все нравится, можно заключить брак. Анкету также можно заполнить онлайн. Ссылка на сайт закреплена в Инстаграме официальной страницы семейного центра. Помимо этого работает контактный телефон, через который можно задать по теме интересующие вопросы. Семейные пары создаются по нормам ислама. У нас с женщинами работают наши сотрудницы-женщины. Мужчин принимают наши сотрудники-мужчины. Вся информация строго конфиденциальна, как я уже говорила, то есть не стоит бояться... информацию, фотографии, номер, все вот это у нас в компьютере, никто этого не видит. К нам обращаются люди не только с Дагестана, даже не только с России, но самый главный вот этот момент, что когда мы их позовем на встречу, они должны будут прийти. То есть мы не работаем дистанционно в общем. То есть первый этап заполнения, он может быть дистанционным, а в дальнейшем нет, надо будет приехать сюда. Помимо возможности создать семью, здесь оказывают психологическую помощь два специалиста – мужчина и женщина. Они помогают людям, у которых возникли сложности в браке, разрешать их конфликты. Мы в первую очередь пытаемся выяснить, в чем проблема. То есть сначала беседа, в беседе мы выявляем проблему, затем психолог пытается показать этому человеку, кто обратился, либо пара, либо человек, проблему саму, чтобы он сам увидел ее. Увидел проблематичность проблемы своих действий, сам что увидел, что он что-то не так делает или правильно делает, а потом подтолкнуть его, чтобы он увидел решение ситуации. То есть мы ему не даем даже практически советов. Мы пытаемся его подтолкнуть. Но если это идет решение шариатских каких-то моментов, мы ему четко говорим, здесь так-то правовые нормы шариата, где муж так должен делать или жена так-то должна делать. Институт семейного счастья «Уют» расположен на территории Джума-мечети Махачкалы, а точнее в здании администрации мечети по адресу Дахадаева, 136. Именно сюда можно обратиться за помощью психолога или по вопросам создания семьи. Хамза Нурмагомедов, Салман Гитихмаев, Мурат Бикбарзов, телеканал ННТ, Махачкала.